Всем привет! Это канал Annie Nails. Сейчас я покажу вам распаковку вот такой вот линзы на телефон для того, чтобы делать макрофотографии наших ногтей там или дизайнов, чтобы это было очень красиво, чтобы было видно вашу работу, как чисто вы выполнили, например, маникюр. Вот такая вот у меня линза. Заказала я ее на Алиэкспресс. Пришла она мне где-то за 12 дней. И давайте сделаем с вами сейчас распаковку. Я еще только-только ее получила. И еще даже не смотрела, что же там внутри. Так. Открываем. И тут же сразу видно зажимчик. Немного он пыльный такой. Вот такой вот. Дальше идет мешочек вот такой вот. Сделан под кожу. Его можно так затягивать. И храните линзу в этом мешочке. Вот такая большая линза. Вот тут написано макро. Защитные колпачки. Угу. Как и многие говорили, что эта линза немного царапанная. Я не знаю, видно вам или нет. У меня тоже получилось, что она царапанная. Но у меня есть сейчас специальная такая щеточка для линз. Сейчас попробуем ей почистить. Если у нас получится ее почистить, это будет замечательно. Вот такая вещица у меня есть для линз. Вот так у нас выезжает щеточка. Меня еще для фотоаппарата мы ее брали. И вот тут вот такая микрофибра, можно сказать. Нет, эти царапки не уходят. Еще мне интересно, как могут продавать линзы царапанные. Как такое возможно? Не знаю, вам видно или нет. Эти царапины, они остались. Это не очень приятно. Но надеюсь, на качестве фото это не будет сильно влиять. Хотя, я думаю, это все равно не так хорошо, как было бы без царапин. Так, мы снимем. Тоже у нас линза. Вот такая линза. Можно так потом закрывать крышечкой и хранить вот в этом пакетике. Сейчас я потестю и покажу вам, как выглядят фотографии или видео с вот этой линзой. Итак, в общем, нормально так снимает эта линза, ничего плохого не увидела, мне понравилось. И вот эту вот часть надо откручивать,
Вот. И вот эта линза, она именно как раз макро. А вот это, я так поняла, широкоугольная какая-то камера. Ну, в общем, мне такая не особо нужна. А вот это вот как раз-таки очень удобно будет. И удобный зажим. Здесь прорезинено. И вот здесь тоже. И поэтому телефон не царапается. Все хорошо. А на этом все. Если вам понравилась распаковка, если вам понравился формат такого видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчики, чтобы не пропускать новые видео. И на этом все. Всем пока-пока!